Измерение диагональной конъюгаты. Предварительно обрабатывают наружные половые органы как при бимануальном исследовании или при влагалищном исследовании раствором хлоргексидина или фурацилина. После чего готовят руку акушера, раздвигают большие половые губы, вводят руку, отклоняя заднюю спайку кзади, и пытаются достигнуть мыса. Если мыс не достигается, как в данном случае, то диагональная конъюгата не менее 13 сантиметров. Если мыс достигается, то левой рукой мы фиксируем данное расстояние, после чего извлекаем руку и замеряем это расстояние либо сантиметровой лентой, либо тазомером. Данная диагональная конъюгата позволит нам вычислить значение истинной конъюгаты.